Массив зарегистрированных преступлений сократился на 2,7% и составил 10640 преступных деяний. Наблюдается сокращение числа убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, хищение сотовых телефонов, скота и святых металлов. И все же расхваливать себя силовики не стали. В Хакасии все больше тяжких и особо тяжких преступлений, ДТП, автоугонов и мошенничеств. Много замечаний к работе различных подразделений. И задача на этот год – устранить недостатки, увеличить раскрываемость, усилить борьбу с интернет-мошенниками, наркоторговцами, пьяными водителями, усилить надзор за ранее судимыми людьми. Особое внимание в борьбе с коррупцией – об этом попросил и глава республики. Республика активно участвует в федеральных программах. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год у нас превысит 30 миллиардов рублей. Это большие деньги, поэтому полагаю, что необходимо принять комплекс оперативно-профилактических мер по недопущению и пресечению хищения бюджетных средств. СНИУСы, мошенничество с банковскими картами, наркотрафики. Тут тоже нужно принимать дополнительные меры, заявил Валентин Коновалов. По программе обеспечения общественного порядка республика в этом году выделит 245 миллионов рублей. От правительства региона подразделениям полиции вручили «Ладу Гранту». МВД также передало несколько новых машин территориальным отделам. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС.